Алло. Привет, братанчик. Привет. Что ты жив? Что, здоров? Да. Там же? Да. Я понял. Слышишь? Да не хочешь. Я вам сейчас с пацанами общаюсь, тут встретился, слышишь? Ну. Взяли диверсионку, сейчас на избушке сидят. Чего еще раз? Диверсантов взяли, ДРЖ. Ну. Обстреливали. Россияне, говорят. Кто? Россияне. Так, вряд ли. Вряд ли. Ну, сейчас на избушке они. Угу. Это так, для общего развития, братан. Угу. Какие дела? Что там, как дела у вас? Нормально. Что, запечатали пидоров этих? Да. Давай не по телефону, потом приедешь, увидим, сюда поговорим. Давай, я завтра буду дома. Хорошо. Давай, братик, с Богом. Да. Да. Смотри, эта улица очень длинная. Что вам там надо за ориентир? И она тянется аж к городскому кладбищу туда. Ну, то потом приедешь, то уже будем потом разобрать. Смотри. Так, Вань, для общего развития. Приняли группу ДРГ здесь. Сейчас они на избушке сидят, слышишь? Приняли? Ну да. Да, в Горловке? Да, в Донецке. А... Россияне. Военные. ДРГ россияне? Да. Нихуя себе, блин. Те сами охуевшие пацаны. Угу. Ясно, ладно, хорошо, давай. Давай.